Мы надеемся, что сегодняшний день, он действительно для всех будет ярким, он для всех будет запоминающимся. Наш городской историко-краеведческий музей традиционно с большим размахом встретил гостей и участников акции «Ночь музеев». Здесь работали тематические и этнографические выставки, которые рассказывают о жизни, традициях, укладе, обычаях и верованиях народов, населяющих нашу республику. Экспозиции, воссоздающие русскую избу, башкирскую юрту, погружают в атмосферу далекого прошлого, удивляют нас своей продуманностью и мастерством исполнения. В этом году представлены картины художников Республики Башкортостан, картины, нарисованные нефтью, также отдельная выставка, посвященная 90-летию башкирской нефти. Организаторы выставки памяти, посвященной фронтовикам, труженикам тыла и участникам локальных конфликтов, и выставки поискового отряда «Тулпар» отвечали на вопросы заинтересованных гостей. Присутствует перед нами выставка поискового отряда «Тулпар», на которой представлены предметы, которые были привезены во время поисковой работы в Волгоградской области, Псковской, Ленинградской области. Ежегодно они выезжают на места раскопок, ну и привозят предметы, которые потом издают в Салаватский историко-краеведческий музей. Это немецкая противопехотная мина. Нашли мы ее в Киришах, это Ленинградская область. Эта мина была на вооружении у немецкой армии. А в это время юные словаки могли поучаствовать в мастер-классах на творческих площадках рисования и рукоделия. Гостям также свои лучшие номера представили и городские самодеятельные артисты. Главная задача таких мероприятий – привлечь новых посетителей и удивить уже тех, кто неоднократно посещает музеи. В этот вечер здесь можно было проверить свои знания, пройдя музейный QR-квест «Тайные коды музея» и поучаствовать в викторине «Мой город», посвященной предстоящему 75-летию Салавата. День музеев – это так традиционно, семейно у нас посещать. Мы уже не первый раз. Вот, и каждый раз дети находят здесь что-то интересненькое. Интересно, доступно, открыто все. Интересный концерт, хорошо подготовили работники музея, очень приятно видеть. Концерт интересный, вот. Ну и естественно, тут вот, репродукция вот эти все музейные, очень даже интересно. Мне сегодня понравилось, как показывают вообще, как танцуют. Музей – это храм, в котором бережно собираются и хранятся памятники материальной и духовной культуры. Бесценные коллекции живописи, предметов интерьера и быта, скульптуры, коллекции, монеты, книг, памятников естественной истории – богатство, которое принадлежит всему человечеству. Отрадно, что все больше людей проявляет интерес к истории и культуре своей страны, чувствуя сопричастность к ее великому прошлому. Альфира Сабитова, Зухра Мусина, Иван Татауров, телекомпания «Салават».